Если я не умею любить, как эгоист может уметь любить? Учиться любить, но ты же не понимаешь, как ненавидеть. Научилась ненавидеть, осуждать. Ты же научилась. И любить Научилась. научишься. Любишь до той степени, пока ты не чувствуешь, что ты счастлива. Эгоист не любит. Ты Чтобы учишься полюбить. любить до того момента, пока ты не почувствуешь счастье, любовь, радость, удовольствие в этом мире. И до тех пор ты начинаешь любить тех, кого ты ненавидела, Надо простить. кого осуждала. Берем самое ближайшее. Папа. Вот сейчас приехала папа. Хорошо. Как простить? Как любить? Чтобы любить, это что, самовнушение? Ну, ты Что приходишь, папа, значит, как говоришь, любить? я тебя люблю. И чувствуешь. Радостно не Чувствую, стало. допустим. Радостно не стало. Значит, я что-то неправильно сказал. Папочка, я тебя обожаю. Радостно не стало. Счастливо не стало. Продолжаешь. До страдания ты дошла, добилась страдания самостоятельно. Также добиваешься вот этого радости, счастья, любви. Ты приходишь, его просто обнимаешь. Просто обнимаешь и держишь его без слов. И держишь. И начинаешь чувствовать, что ты к нему чувствуешь. Потом ты после объятия с ним слушаешь свое чувство, счастлива ли ты, любовь ли в тебе, радость ли в тебе. Ну, я думаю, что я как-то, какое-то чувство у меня есть. И это, но у меня сомнение, а любовь ли это, поскольку эгоист, я не буду повторяться, не умеет любить. Проверь, любовь ли это? Помнишь, как проверять? Говорить и чувствовать, что в теле происходит. То чувствовать, если ты прямо сейчас не почувствуешь, ты почувствуешь завтра, например, утром проснешься с каким настроением. Послезавтра. Но не останавливаться, а то вы знаете, я вас.